Добрый день, дорогие друзья. Сейчас вы видите поразительное решение, которое меня очень заинтриговало. Посмотрите, как я моментально создам конференцию, запущу ее в эфир. Вот, появляется моя камера. Все, меня сейчас будут видеть мои участники. Но я покажу другое. Я покажу, как это можно наблюдать на смартфоне. Я беру адрес своего мероприятия. И, например, отправляю его по почте. Хотя можно разместить его и в том же Фейсбуке. Где угодно. Вот ссылочка на мое мероприятие есть. Публикую. И теперь все оно опубликовано. И теперь я на своем смартфоне. Вот мой смартфон. Моя учетная запись. Я тут нахожу эту ссылочку на смартфоне или в почтовом ящике, неважно. Все, вот эта ссылочка есть. Вот она, эта ссылочка. Я ее открываю. Он спрашивает, каким браузером. Беру Chrome. Захожу через Chrome и пошла загрузка. Задача, чтобы зайти в эту конференцию со смартфона, без всяких установок, программ и прочее. Нажимаю «Участвовать». То же самое на компьютере. Если я до этого ввел свое имя, фамилию и адрес почты, то регистрироваться не надо. Если нет, то надо просто ввести адрес почты и свою фамилию. И пошла загрузка интерфейса. Как видите, друзья, все получилось. Все получилось. Я вещаю для своих участников на компьютеры, на смартфоны. Вот, видите, я на смартфоне. Покажу теперь, как меняется формат. Сейчас поменяю формат. Вот. Тут есть удивительное свойство. Вот так вот покрупнее. Вот, очень хорошо Павел сделал. А теперь покажу трансляцию экрана. Можно презентацию, покажу демонстрацию экрана. В чате. Ну вот мой экран. На нем сейчас ничего нет. Ну вот, что-то есть. На смартфоне это тоже будет все видно, друзья. Вот, конечно, на маленьком смартфоне не очень хорошо. Лучше брать планшетик. Но если увеличить, то все будет хорошо видно. Видно, да, друзья. На смартфоне можно все это дело транслировать. Ну, давайте покажу какое-нибудь видео еще. Видео какое-нибудь тоже из YouTube, например. Какое-то видео. Беру ссылочку на видео, вставляю его сюда. Это надо убрать вот так. Пошла загрузка видео тут. На смартфоне оно тоже появилось. Да? Видите? Я нажимаю воспроизведение. Ну вот. Все идет очень быстро происходит. В это время на смартфоне идет моя трансляция. Так, идет загрузка моих слайдов. И на смартфоне они также видны. Так. Нет, видны. Все видно. Вот три идеи доклада. Вот видите.
Ну все, дорогие друзья, вот так вот мы с вами убедились, что все может работать абсолютно легко и быстро и удобно. До свидания.